Добрый день всем! Сейчас мы будем пробовать дыню Western Shipper. Вот такие у нас три замечательные дыньки созрели. Написано, что это сортотип канталупа, что это одна из самых крупных канталуп. Но я бы не сказала, что она крупная. Сколько она тут грамм? Полкило, может быть. Небольшие, но они зрели все три сразу. Что она устойчивая и что она, эта дыня, устойчивая к заболеваниям. И одна из самых ранних. Вот она у нас действительно поспела самая первая. В 2022 году мы едим ее первой. Меня спрашивали, какие признаки спелости дыни. Дыню определить очень просто. Большинство дынь, когда созревают, у них появляется очень нежный, вкусный, сладкий аромат. Все, значит, дынька поспела. А кроме того, дынька, она сама сбрасывает плоды. То есть, смотрите, вот эти дыньки не нужно срезать. Они сами отошли. Вот, раз, и вот дынька все отошла. Вот, дынька лежит. Вот, вот здесь, вот близко-близко. Вот ту сними, вот это она. Единственное, осталась на корешке. Вот она. Не видно вот из-за чего-то, вот из-за этого. Вот она. Я просто боюсь, что я сейчас вот... Вот, и она вот так вот раз, и она отходит. Все, то есть даже дыньки не нужно срезать. Спелые дыньки, они сами отходят от стебельков. Эти все три дыньки можно уже пробовать. Вот такая красота у нас сегодня будет на десерт. Итак, мы принесли дыньки, и сейчас мы их взвесим. Вот такие они маленькие. Вот весы. Сейчас они скажут нам hello. Они сказали нам hello. И мы их взвешиваем. Дыньку. И весит она всего, ну, как я сказала, полкило. 719 грамм. Сейчас попробуем другую. Так, это чуть-чуть побольше. 830 грамм. 8. Ну и третья тоже маленькая. 682. Вот такие дыньки. И сейчас мы будем резать одну из них, чтобы посмотреть, какая она внутри. В прошлом году пробовали, она была очень сладкая, очень вкусная. Поэтому посадили мы ее снова в этом. Вот такая у нее яркая мякоть. Запах очень ароматный. Так, сейчас попробуем. Дынька вкусная. Я бы не сказала, что она приторно-сладкая, может быть, потому что у нас достаточно прохладно ночью. Арбуз даже был слаще сегодняшний. Но, тем не менее, она такая своеобразная, у нее своеобразный вкус. И вкусный. Вот такая дынька. Сейчас мы ее почистим. И порежем. Вот такая вкуснятина. Всем приятного аппетита!